Ребята, всем привет. Так, а сегодня мы будем проходить, наверное, вот этот вот сложный уровень, восьмой. Восьмая трасса сложная. Восьмой пройдем, откроется 9-10. Я надеюсь на это. Предыдущие проехали, в принципе. Так, Баджи Бон Шейкер. Поехали. Сейчас мы испытаем эту трассу восьмую. Ух ты, уже начало бешеное просто. Ребята, Баджи Бон Шейкер просто, я не знаю, ушатывает. Вот здесь мне посоветовали ничего не делать, не трогать вообще, чтобы перелететь эти камни. Вообще не трогать машиночку, чтобы нормально проскочить. Ух ты, Баджи Бон Шейкер, мой соперник, он как-то этот... Он тоже как-то едет неплохо, так нехило. Ну понятно, он же лидер. Опа, вот здесь лучше не трогать. Лишь бы в яму не упасть. Ух ты, вот это да. Вот это был полетище просто, ребята. Опа, тихо, спокойно. Ой-ой-ой, он меня обогнал. Надо догонять срочно. Ах ты засранец. Вот хитрожопенький, ребята, смотрите-ка. Фитик. Под пульком сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это жесть. Тихо, спокойно, спокойно, ребята, я отстаю. Ну тут вообще нельзя промахиваться. Вот здесь, ребята, вообще нельзя. Как-то четко нужно все проезжать, чтобы... заработать первое местечко. А как это сделать? Нужно на гашеточку жать. Блин, вот здесь вот я надеюсь не упаду. Ой, как раз в яму и упал. Да, обидка. Первый заездик неудачный. Так, Баджи Бон Шейкер, поехали. Опа, нет. Неудачное приземление, надо было там вначале чуть притормозить. Бам! Я, кажется, не туда камень сбил. И что теперь делать? А ничего не сделать. Надо падать вниз. Камень вообще куда-то туда вот дальше улетел. Ребята, если не получится, наверное, придется нам менять машиночку. Может, белую возьмем, кстати, попробуем. Хотя, ух ты, вот это да. Это что за прикол, камень катится за ним? Это что такое? Отстань ты, прикопался, ребята, видели? Камень не отпускает, ты все. Вот засранец, а. Вот такой засранец. А где этот чувачок-то? А где наш мелкий? Опа! Так, только не в яму. О, я заправочку не взял. Так, ну, я надеюсь, все-таки доедем. Ух ты, не попал. Где мой соперник? Заправочка здесь есть, здорово. Опа. Ч-ч-ч-ч. Спокойно, балансик. И, что там дальше? Ну, до финиша-то разок доедем, нет? До финиша разок хотя бы доехать, ребят, да? Смотреть вообще, где он есть-то. Тихо, спокойно, спокойненько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, где-то рядом финиш, чувствую, где-то рядом финиш. И я в пролете. Хотя нет, еще тут на финиш. А, нет, вот на финиш. Ай-яй-яй-яй, сколько секунд-то? Минут 36, на 10 секунд я позже приехал. О, все равно у нас 9-й открылся. Ничего себе, ребята, вот это прикол. Так, окей, 9-й. Поехали, заценим 9-ю трассу. Заценим 9-ю трассу. Мы здесь еще не гоняли. Так что посмотрим, что за ерунда вообще такая. Так, финтик, я надеюсь, прокатит. Опа, прокатило. А почему он на дохленькой машиночке? А, это у нас еще пока не лидер. Так. Если я возьму золотую за 3 звезды, будет вообще шикардосно, ребята, да?
Тихо, там обрывчик по-любому. Ничего себе, он прилетел, там видели? Вот этот он просто шумахер какой-то. Ой-ой-ой, вот здесь можно было газовку, конечно, нажать, но я что-то тупанул. Надо было нажать. Так, топливо берем. Где его взять? Бам! Вот это вы меня подставили. Так, значит, нам по-любому нужно... брать эти оба сразу, вот эти вот, которые дают, ускоряют. Нужно на первый тоже как-то попадать. Что здесь, я не помню, что здесь, а дальше что? Так, вот здесь ускорялку по-любому нужно брать. Где она? Вот эту ускорялку нам по-любому нужно брать. Нет, это не то еще пока. Это все еще не то пока. Так, а этот карабкается, он взял белую, на белой тачке едет. Так, вот здесь ускорялочка будет у нас. Ага, вот здесь по-любому нужно ее взять, чтобы ускорить максимально. Бам! Где топливо? Вот оно есть, красавчик вообще. Красавчик, а где белая тачка? Только не говорите, что он уже уехал далеко-далеко. Нет, в яму падаю. О, не упал. А где он-то? Этот чувачок упал в яму. Да, не повезло ему. Ребята, нет. Я так первое место не займу. Я точно так не займу первое место. Опа-на. 1:21:06. Как нам нужно быстрее проехать. Так, 68 звездочек у нас есть, а надо всего 75, чтобы открыть последний наборчик звери. А он вперед кувыркается. Вот ты какой хитрожопенький, белая тачандра. Тоже неплохая, кстати, она цепляется, она карабкается. У нее скорость, хотя не такая высокая скорость, но она цепляется просто. Я не знаю, ребята, почему моя тоже тачка так беленькая. Мой соперник на ней едет. Опа. Вот здесь. Бам! Так, красавчик, что знакомое место. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, переборщил. Ну что ж ты будешь делать-то? Зачем я так сделал? Я вообще проверял. Ну там обрыв. Больше не будем проверять тогда. Так, какая же по счету попыточка, ребята? Какая по счету попыточка уже? Я не знаю, я сбился со счета уже. Нет, эти камни могут подгадить. Я толкаю вперед камень. А нет, чувачок, уходи, камень. Ё-моё, ребята, сколько можно? А? Сколько можно? Вон отсюда камень, ё-моё, она мне еще будет мешать конкретно просто. Я наверх ее толкаю, очуметь, да сколько можно уже? А? Да ё-моё, да отойди ты. Сейчас ты меня взорвешь. Не, ну так дело не пойдет. Нужно как-то ее объехать. Опа, падай. Нету, со мной едет. Вообще замечательно. Ага, спасибо большое. Спасибо, просто огроменное спасибище. Где камень? 16:00. Но все-таки 2 звезды у нас пока есть на этом уровне. Я думаю, вполне возможно заработать 3 звезды, если бы не этот камень, который просто подгадил нам. Гадят постоянно, как этот участок проехать без последствий. Как-то надо умудриться. Соперник тоже на баджа-пульшейкере едет. Бам! Так. Так, тихо. Надо было финтик делать. Я что-то не стал этого делать.
Где соперник? Он пока отстает. Ребята, у меня есть шанс. Чтобы вырваться вперед, вырвать победу у чувачка. Так, здесь не будем цепляться, останавливаться. Так, а он на эту штуку все-таки попал, ускорял бы. Так, и что, финиш? А, финиш есть, ребята, я все-таки поставил рекордик. Минута 13. Здорово, че. Так, три звездочки есть, 10 уровень есть у нас. Еще в итоге-то у нас 4 звезды как-нибудь набрать. Тут, в принципе, 30-я трасса, можно еще открыть, да. Так, ну что, ребята, на этом пока тормознем. Да, следующий выпуск будет тоже неплохим. Будем, не знаю, поначалу было очень все просто, проходилось все очень легко, а теперь видите сами, да. Нужно набивать звездочки, тут, в принципе, есть еще над чем поработать. Тяжеловато, конечно, идет, не все так просто. Ладно, ребят, давайте делитесь этим видео, ставьте лайки. Кто любит Hot Wheels и вообще, кто любит машиночки, ставим лайки. Подписываемся на канал, делимся видяшечкой, да. Всех благодарю за просмотр, всем пока. Пока-пока.